Сегодня в Москве завершился международный форум «Многодетная семья и будущее человечества». 28 семей из 21 региона России своим собственным примером доказали, что такие традиционные семейные ценности, как милосердие, верность, доброта, внимание и любовь, не забыты в современном обществе. Нужно сделать все, чтобы большая многодетная семья была нормой и пользовалась высоким общественным признанием, отметил президент страны Владимир Путин. В Чебоксарах более 8 тысяч детей воспитываются в многодетных семьях. Их число в городе выросло почти на 9% по сравнению с данными последних двух лет. В детских домах остается все меньше и меньше детей. Многодетные семьи поддерживаются как на республиканском, так и на муниципальном уровнях. Так, в Чебоксарах дети из таких семей могут бесплатно или по льготной цене посещать бассейн, ледовый дворец, другие учреждения культуры и спорта. Для семейного кошелька это неплохая поддержка.